Всем добрый день! Сегодня мы добрались до сада. Вчера мы ездили в Каркино. Вот не знаю, последнее время не езжу в Каркино, потому что там все так... Ой, так уныло, так тоскливо, когда смотришь, там уже сожгли пару домов. В общем, но природа красивая. Природа красивая, поснимала, выложила видео. Правда, мы не брали ничего с собой, никакого телефона. У папы был свой телефон. Там стабилизация, правда, не очень. Ну, выложила. Есть то, что есть, как говорится. Сегодня мы занимаемся садом. Варим кашу. Из топора. Да, Веришки? Иди играй, хочешь даже. Папа у нас косит. Нынче мы косим вообще часто, потому что дожди идут. Дожди идут, я бы так сказала. В прошлый год дождей было немного меньше. Поэтому нынче косим. Пойдем посмотрим, что у нас тут растет, цветет и пахнет. Розочка Сантана начала цвести у меня. Но это ее не весь цвет, это не весь. Бутонов очень много. Бутонов, наверное, штук 7-6 на каждой веточке. Поэтому я думаю, что зацветет очень красиво будет, когда она зацветет в полном своем цвету. Будет красотища. В прошлый год она у меня цвела не так ярко, а в позапрошлый она вообще цвела огроменными шапками. Эта роза уже все, уже заканчивает свое цветение плетистое. Цветет она недолго, недели две от силы всего. Ну, красота, конечно, красота. Ничего не скажешь, красота. Начинает уже цвести флоксы. Помаленьку, потихоньку. Все, каприфоль процвела. Вот флоксина. Тоже зацвела флоксина. Тут у меня цветет вербеник везде желтый. Надо обрезать еще. Я обрезала часть. Еще обрезать частью люпина. Эти гвоздики турецкие еще немножко цветут. Вон клематис. Клематис. Красавец. Жгучий, неприхотливый. Продолжает цвести мальвочка. Дойду еще до этой розы, которую у меня Вилишка пыталась оборвать в прошлый раз. Тоже цветет. Красавица. Мне нравится, она такая нежная, нежная прям. Ну, нежничок такой вообще, такая няшная. Красавица, мне нравится. Здесь, конечно, у меня все уже что попало. Полишь. Ну, я, конечно, особо-то не заморачиваюсь. Особо я не заморачиваюсь. Поработает. У меня нынче зацвела гортензия просто обалденно. Шапки большие.
пойду дойду еще до этого Климатиса. Аленушку посмотрю. Ну, в первый год она у меня так зацвела и выросла сама тут. 4 года она все пыхтела, пыхтела. Нынче все-таки. А вот здесь вот жгучий клематис. Я думала, он у меня будет тут расти, ему тут будет прекрасно. Но почему-то флоксы его прижимают. Не растет он здесь, не хочет. Хорошо, хорошо. Малиновый медведь. Дай мне ягодку. Забрала, да? Еще немного этого есть? Есть, есть, немножко. Ну подожди, скоро начнется уже. Проверяешь своих жильцов? На месте? Муравьи на месте. И крылатые вон появились как раз. Угу. Скоро, наверное, полетят. Как раз. Они однодневки же. Угу. 1-2 дня они вылетают и все. И там крылья отпадут. Сколько много.